стал известен банк-агент, который выплатит страховое возмещение вкладчикам Самарского газбанка. Его выбирали на конкурсной основе. Агентство по страхованию вкладов начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам через ПАО «Сбербанк» с 23 июля этого года. Чтобы процесс выплат вкладчикам кредитного учреждения происходил максимально оперативно, только в Самарской области задействуют более сотни структурных подразделений банка-агента. Детальную информацию о месте, времени, форме и порядке приема заявления опубликуют 20 июля на сайте Агентства по страхованию вкладов. Напомню, как уже сообщала телерадиокомпания «Губерния», об отзыве лицензии у Самарского газбанка стало известно 11 июля. В числе причин была названа неправильная оценка рисков и, как следствие, большое количество проблемных активов.